Всем привет! Это видео про коммуникативные навыки и приемы. И если вы интересуетесь темой воздействия и убеждения, это значит, что видео будет полезным для вас. И если вы хотите приобрести в свой арсенал какие-то новые приемы и новые компетенции в этой области, это значит, что видео несет в себе несколько таких приемов. И можно продолжать до бесконечности, если вы понимаете, что новые приемы и понимание того, как работают приемы воздействия и убеждения, это значит, что то, что вы отсюда узнаете, будет вам интересно. То есть эту конструкцию можно продолжать до бесконечности. Если красная, значит желтая. Если круглая, значит спелая. Если человек говорит с серьезным выражением лица, значит он говорит правду и так далее. То есть все, что имеет некий смысл, который создается при помощи псевдологики, при помощи слова «значит», все это воздействует каким-то образом, потому что «значит» как-то воздействует на нас, что если я говорю и говорю выразительно, значит я говорю что-то важное. И между первой частью и между второй частью вообще может не быть никакой связи, но слово «значит» каким-то образом создает некую логическую связь, и таким образом формируется та самая псевдологика, которая выглядит и звучит очень убедительно и обходит вокруг, или скажем, проходит сквозь наши критические фильтры, и мы не замечаем, каким образом какая-то идея попадает нам в мозг. Поэтому пользуйтесь и знайте, что как только вы слышите в чьем-то сообщении слово «значит», это сигнал к тому, чтобы включить свое внимание и задать себе вопрос, а что на самом деле пытается донести до меня собеседник, потому что слово «значит» может объединять все, что угодно. Если вы слушали это видео, значит вы научились и поняли, как это работает. На этом все. Пока.